Посмотрим, куда же мы приедем. Я, так сказать, выполняю просьбу одной из подписчиц. То есть она попросила, говорит, если вдруг будет или не могли бы. Да. Через 90 метров налево. И мне это... Вы что, уезжаете? Так, в общем, навигатор тут запарил меня немножко, говорит, направо, а и опять направо, посмотрим, здесь тупик вообще, навигатор меня тут кружит, где-то это должно здесь быть слева. Посмотрим, куда он сейчас меня приведет. Навигатор. Так, пропускаем. Через 80 метров направо, и мы у цели, говорит. Ах, это вот и есть это место. Где-то я, видать, проморгал или что. В общем, вот оно. Вот справа это то место. Колян, не здесь где-то ресторан же был, где-то недалеко, да? Не знаю. В общем, я сюда прибыл. А вот сеньорен вон он лага. То есть тут какие-то сеньоры живут. То есть дом престарелых. Вот так вот здесь выглядит. В принципе, я не знаю, что снимать здесь больше. То есть я показал это место, как меня и попросили. Не знаю, с чем у моей подписчицы связано это место. То есть, может, родственники живут, может, я не знаю. В общем, этот адрес я нашел. Вот так здесь выглядит. Даже в отбор вот заеду сюда, потому что именно тут и стоит, что это Хаусбаден, и написано, что это частный участок. Я здесь просто развернусь и поеду домой. Но это именно тот номер дома, да, по которому, который мне написали в комментариях, и это дом престарелых, выходит так. То есть смотрите, Лара М, если это ваш, если это то, что вы хотели увидеть, я, может быть, еще с машины выйду, просто снимок сделаю хороший, и все. Сейчас, Колян, одну минуту. Так, ну вот так выглядит сооружение. Это именно вот тот адрес. Вот, посмотрите. Бессельпюс. Если я неправильно выговорил. Вот я смотрю, тут такие лавочки есть.
Так, ну еще немножко посмотрим на Бон, совсем чуть-чуть. Я сейчас с Коляна завезу в Нидеркассе. У него там машина стоит. Посмотрим немножко на этот район. Вот это вот один из микрорайонов города Бон. Посмотрите. Я здесь, конечно, везде бывал, но как бы в последнее время вообще очень редко. Так главное, вот сейчас не парься, сейчас опять на автобан заедем и быстренько будет все. Вон, видишь, Зигбург 56 стоит. В центр налево. Центр — это уже города Бон. Тесла? А, это X модель. Нет, модель X. Я ее видел в Америке, в одном из гаражей. Стояла. Тачила прикольная. Такой рев стоит. Обалденный.